смешанные с запахом водорослей, легкий морской бриз разносит по улицам Сухуми терпкий аромат восточного кофе. Кофейни – своеобразные клубы по интересам сухумцев. Здесь за чашкой кофе обсуждаются всевозможные проблемы. Кофеин здесь много. Разных, на любой вкус. Своего там бубнул сильнее, а посмотрим на следующий, он еще лучше будет. Римский историк Гай Плиний Секунд писал, что в древнем Севастополисе римляне держали 130 переводчиков, чтобы управлять городом, в котором жили около 300 национальностей. Сухумцы прекрасно обходятся без переводчиков, несмотря на то, что сегодня в городе живут представители нескольких десятков национальностей. И хотя каждый из них знает как минимум 3 языка, они вовсе не считают себя полиглотами. Кофепитие для сухумцев – целый ритуал, может быть и уступающий чайной церемонии японцев, но тем не менее.